Создавая новое, создавая лучшее. Рельеф-центр – это 22 года работы, 7 производственных площадок, 15 собственных брендов, 20 тысяч партнеров, 85 регионов доставки по России и за ее пределами, 6 филиалов и 4 тысячи сотрудников. Сегодня мы – крупнейший отечественный производитель канцелярских товаров, лидер российского рынка оптовой дистрибуции продукции для офиса, учебы и творчества. В нашем ассортименте более 29 тысяч наименований товаров ведущих отечественных и мировых брендов неизменно высокого качества. Завод «Гамма» – один из первых в России производителей материалов для творчества, игры и самовыражения. «Гамма» вдохновляет на творчество уже более 120 лет и ежегодно выпускает более 30 миллионов единиц продукции для художников любого возраста и уровня профессионализма. «Стам» – крупнейший отечественный производитель канцелярских товаров из твердого пластика для офиса и школы, востребованных миллионами покупателей. В апреле 2021 года компания стала частью нашего холдинга. «Биджи» – ведущий российский производитель бумажно-беловой продукции для школы, офиса и творчества. На рынке уже более 20 лет, а вместе с «Рельеф-центром» – с 2021 года. АК «Пласт» – производитель канцелярских изделий из мягкого пластика для ведущих брендов отрасли. На карандашной фабрике «Красин» мы возрождаем лучшие отечественные традиции производства. В 2022 году здесь будет изготовлено 50 миллионов штук карандашей. «Карандаш» – первый промышленный парк со специализацией на производстве товаров для школы и офиса, введенный в эксплуатацию в декабре 2021 года. Лесновская мануфактура – отечественный производитель мела высокого качества из сырья, которое добывается в Белгородской области. «Гамма» – любимый бренд нескольких поколений юных художников, который доказывает, что творчество может быть образом жизни с самого детства. «Гамма» вдохновляет на творчество миллионы художников России и за ее пределами, создавая новые качественные продукты – краски, холсты и кисти, карандаши, пластилин, фломастеры – все, что только может понадобиться профессиональному художнику или любителю. Бренд «Берлинга» – широкий ассортимент товаров для офиса, сочетающих в себе высокое качество, стильный дизайн и практичность, яркие и модные канцелярские товары для школы и детского творчества. «Берлинга» – бренд будущего. «Мультипульти» – яркий детский бренд для креативных детей и активных родителей с философией «Учись, играй, помогай». У «Мультипульти» грандиозные планы по развитию, расширению и продвижению ассортимента. Федеральная сеть розничных магазинов товаров для офиса, учебы и творчества «Канцпарк». Первый магазин, который появился в 2014 году, сегодня насчитывает более 600 действующих магазинов в России и странах СНГ. «Канцпарк» – это отсутствие роялти и паушального взноса, готовый комплект бизнес-процессов и стандартов, доступная рыночная ниша с широкими возможностями для роста, индивидуальное наполнение актуальным ассортиментом и постоянная поддержка франчайзи на всех этапах развития бизнеса. «Рельеф-центр» – это эффективные инструменты для комфортного сотрудничества. Мы заглядываем в будущее, зная, что будет популярно уже завтра. Производственно-торговый холдинг «Рельеф-центр». Создавая новое, создавая лучшее.